Как вы думаете, есть ли такие трактора или автомобили, под которыми можно ходить пешком? Хотел бы вас порадовать. Сейчас он подъедет прямо к нам. Наверное, это для кукурузы или для какой-то прополки или для просева. Смотрите, какой красавец. Рядом дядя велосипедист. Ай, да, красавец. Если бы сзади ехала машина, то она бы спокойно под ним проехала бы, да. Вот такие вот есть лимузины. Длинноногие, длинноколесые. Ну а если серьезно, то это самоходный опрыскиватель, который предназначен для внесения удобрений и средств защиты растений на больших площадях, посевов зерновых, технических культур и сахарной свеклы. Наличие большого выбора колес дает возможность широкого использования машины при работе с разными культурами и междурядьями в разных почвенно-климатических условиях. Чего только не придумают люди для того, чтобы облегчить свой труд и упростить работу. Дальше вы сможете в этом рекламном видеоролике увидеть преимущества этого транспорта.